Привет, народ! Сегодня у нас на распаковке будет вот такой набор из дисков. Это здесь у нас фильм. Называется «Звездные войны. Падаванская угроза», наверное, если перевести его с английского. Купил я этот набор в Walmart на распродаже. Там часто бывает, ставят такую большую бочку и скидывают в нее кучу дисков. И ты приходишь, просто оттуда вытаскиваешь, что тебе понравилось, ковыряешься. Много народу стоит, ковыряется. Ну, я поставил, поковырялся, нашел. Обычно там обычные диски, но бывает что-то интересное. Это Special Edition выпускал именно Walmart. Мы видим здесь с фигуркой юного Хана Соло. Кстати, такая фигурка отдельная, если покупать ее в интернете. Или, ну, на eBay, или, я видел, был на Комиконе, там продавали. Начиная от $5 и дороже. Вот, купил я это на распродаже за $8, вы видите. Ну, давайте раскроем, посмотрим. Так, что у нас тут есть? Собственно, диск. Коробочка. У нас было здесь заклеено, чтобы никто ничего не украл. И стоял. Не знаю, как это на русском языке называется штука. Но когда вы выходите из супермаркета, если ее не деактивировать, она очень сильно кричит. Пищал у меня пакет. Я спросил у охранника, что делать. Он говорит: «О, it's okay, иди». Ну, короче, я вышел с пищалкой. Я думал, где же там пищалка? Вот она здесь внутри стояла. Ну, видимо, у нас здесь два диска. Один DVD-диск. Вот он. DVD-проигрыватель у меня есть. Я люблю, когда нахожу интересные DVD-фильмы, покупаю. Люблю коллекцию держать фильмов, которые мне нравятся. А это у нас Blu-ray-диск. У меня, к сожалению, нету Blu-ray проигрывателя. Может быть, когда-нибудь возьму, не знаю. Пока я не столько много видел фильмов, которые бы мне хотелось на Blu-ray, чтобы их покупать. Тем более у меня есть Netflix, и там практически все можно посмотреть. А, кроме Netflix, есть еще на месяц Amazon Video, Prime, тоже там куча фильмов. Было бы время это все смотреть. Какой-то интересный у нас набочек из двух дисков. Здесь мы видим, у нас написано, кстати, на двух языках. Из-за того, что это Канада. У нас два языка государственные. Английский и французский. Вот мы видим, здесь у нас Lucasfilm, Lego. Кстати, купили их недавно. Disney. 20 век Fox. И буду сейчас раскручивать, наверное, очень сильно «Звездные войны». Да, вот у нас написано диск первый Blu-ray, диск второй DVD. На обоих у нас фильм этот. А, ну и вот здесь дополнение мы видим написано. Квест для R2-D2. Оба диска содержат Bombette Bounty. «Звездные войны за 2 минуты», часть первая, вторая. И «Clone Wars Animated Comics». Посмотрим тоже. Ну, собственно, и что у нас в коробочке здесь у нас? Давайте доберемся до фигурки Лего самой. Это у нас здесь молодой Соло. Точки двигаются. У меня есть уже несколько фигурок и его, и других участников. Откроем секрет, я пока еще не снимал видео. У меня стоит запечатанный подарок на Новый год, который мне Дед Мороз принес. У меня просто огромный 1000-летний сокол там,
который надо будет еще собирать. Вот такая у нас фигурка. Такая у нас коробочка. Такая у нас коробка с дисками. Вот, если вам понравилось это видео, если вам понравился этот набор, скажем больше, если вы себе хотите такой же самый набор, я вам сейчас кое-что покажу. У меня есть еще один точно такой же набор. Я его нашел через 2 недели после того, как нашел этот в Walmart, купил. Ходил в этой бочке, ковырялся. И нашел еще один точно такой же. Видите, он запечатанный. Я его могу послать тому, кто хочет этот набор. Для этого надо сделать кое-какие действия. Они очень тяжелые. Я не буду вас просить ни шарить, никуда заходить, ничего не делать. Просто поставьте лайк и напишите какой-нибудь положительный комментарий к этому видео. Если и когда это видео наберет 1000 лайков, то я проведу розыгрыш среди комментариев и счастливчику отправлю этот набор. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Будет еще что-нибудь интересное. Пока-пока!